Здорово. 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 Привет. Приветствую. Приветствую. Чуть опоздали. Море. Бывает. Когда был ветер. Сергей. Добрый день, Сергей. Максим. Отлично. Короче, здесь клево, мужчины. Ничего не забыть. Я вам хочу сказать, вот зайдете на борт. А? Абсолютно. Зайдете на борт, на Карибы сходить не захочете. Даже если будет полная жопа и не будет ветра. О! Не, какой нафиг ветер? Когда ты успел? Только что. Федерал Пермидон, а я нет. Итак, готовимся к трансатлантическому переходу. Так как мы опоздали на 2 дня с нашим переходом на Тенерифе, ребята нас уже ждали, страдали. Мучились. Так вот, мучились. Давайте знакомиться. Давай. Александр. А давай, расскажу что о себе. Ой, что рассказать. Яхтинг, в плане яхтинга. Яхтинг, минимальный опыт, несколько переходов, обучение, теория плюс практика в Средиземке, никакого океана. Ну, океан тут почти все новое. Сюрпризом придет. Надеюсь, приятным сюрпризом. Нормальным, ну, смотря какая погода будет. Вот, а у меня был небольшой переход на моторной яхте. Это вот мы с Франции дошли до Мальты, обратно. Ну и немножко занимался в тинейджерском возрасте парусным спортом. И все, как бы больше так дайвингом занимался 15 лет. Вот у нас Сережа, который с нами шел, он же тоже на моторке ходит. И Максим. Максим. В детстве парусный спорт, 15 лет на моторных судах. Вот, и сейчас год, полтора снова на парусе стал ходить. Отлично. Ну и завтра мы ждем еще 4-го члена команды. Итого у нас будет полностью укомплектованный экипаж. 6 человек. Ну что, друзья мои, мы разорвем этот океан? Ну весьма храброе заявление, но не важно. Тридцать по 8 литров. Сейчас таскать надо будет. Это только одна из 5, наверное. Впихивать. Мы внутрь, мы вот здесь это будем распихивать. Да, потому что... Мы отдаем Сергею паспорта для того, чтобы сделать чекаут. Ты даже крюлист от руки пишешь? А, он так и пишется. Там один нужен экземпляр? Или несколько? Не-не, они. То есть они что, ставят печать, меня отдают обратно его? Посмотрим. Будем продавать паспорта. Ну что там сказали? Сказали все выездные, кроме тебя. Пиздать, так и сказали. А сколько экземпляров надо было? Один. Вот такой один заполняешь, они ставят печать и все. Практически они должны на людей-то посмотреть, но даже этого не происходит. То есть берут паспорта и ставят печать, все. Чекаут. Это вам не Сочи. Вот наш список продуктов. Все вычеркнуто, кроме ушных палочек. Ушных палочек не можем найти, поэтому третий день не можем выйти в море. Это раз. А вот это уже купленное по факту. Это два. Так, улетел. Лента. Карифур. Меридиану. И тут в конце цена. Реально 821 евро. Это без алкоголя и без воды. Без алкоголя? Ведь все знают, что мы не пьем вообще. Также Сергей провел техобслуживание двигателя и генератора. И еще всякие мелочи заменил, да? И еще всякую фигню вставил, типа этих... Неважно. Ну, первое, прием пищи часов, то есть в 11-12.
И второй плотный прием пищи у нас часов в 5 вечера. То есть это такой обеда-ужин уже основательный. Это там всякие мясо. Бранч во сколько? А? Бранч во сколько это? Бранч, ну, часов в 11-12. То есть сначала у нас там легкий перекусил, потом у нас в 12, ну, просто кофе там со вкусняшкой. В 12, в 11-12 мы, у нас это завтрак-обед. И в 5 это ужин. И в течение дня, то есть там еще на каждого по яблочку, по бананчику, по апельсинам, по паре апельсин, по паре мандарин, это на человека в день предусмотрено. И вечером, ну понятно, еще там чай с печеньем туда-сюда. Или если прям какой-то голодный день, куча энергии, то бутерброд. Подкусывать. Ну, да, да, да. То есть мы готовим именно основательную еду два раза в день. То есть у нас идет измененная конструкция лайфлайнов. Лайфлайны обычно во всех лодках прокладывают от задней утки к передней. Я так не делаю, потому что когда лайфлайн лежит на деке, ты идешь, на него наступаешь и на нем поскальзываешься. Ага. Поэтому у нас конструкция другая. То есть разберитесь, как работает эта штучка. Ну, и только можно ее вот так отвязать. Да. Его вытаскиваем, так. Да, мы его срастили. Потом так. Ты его обрезаешь, и у тебя остается вот так вот эта штука висеть. Но тебе ее нужно перекинуть сюда. Ты берешь веревочку. С собой завожу, маленькую веревочку. Завожу ее между... туда, вот заводишь. Так, туда, так. И отсюда ее вот так изнутри чем-нибудь... Веревочку вывожу. Вот так вот. Вот ты ее здесь запустил, вот она там висит. Так. Ты ее там чем-то вот так вот цепляешь. Так. И достаешь. У тебя так. Получается вот такая вот веревка. Вот. Заведено на левую, правильно, катушку? Я думаю, на правую. На левую. Правую. Да, не, на левую. На левую. Всего, да. Да, соответственно, я перевожу на правую. Да. Подождите, понадобится нож, наверное, да? Ему же нож надо. И привязан. Вовремя! Но так все-таки ниже. Сергей поехал за последней запчастью. Если она пришла, то мы можем выходить. Исторический момент получения долгожданной детали. Yes, but you send me today 11 100%. В общем, деталь так и не привезли, продинамили нас. Так что ставим старую деталь боком и поехали. Уже боком стоит. Понятно. Ага, да. Такое у меня есть. Расскажи, в чем дело? Кольцо. Она выбилась. Ага. Но поперек сейчас ее развернули, вроде она не сильно упает. Угу. Вот это вот, она, эта шайба, вот она вот такой вот высоты туда идет. И она со временем вот так ее разбила. Все, я понял. Мы ждали эту шайбу. Ногу почти объели. По стене оставляют надписи яхты, которые уходят в дальние путешествия. Здесь мы видим вот чайка. Это, видимо, русские. Тут вот яхта Revolution, Екатеринбург. Наши земляки. Тут Колмогоров, по-моему. Анфиса. Ну и так далее. Много. Мы вам уже показали немножко видео о том, как мы подготавливаемся к кругосветке, познакомили вас с нашей командой. И сейчас мы
начинаем процедуру отправки. То есть нам нужно сейчас залить дизель. Для этого мы переставляем лодку на другой понтон. И вместе с этим можно оставить галочку, что мы готовы к выходу. Итак, до отхода осталось 2 часа. Будем держать вас в курсе. Продолжаем. Раз и это будет надпись. На уголочке займите что-нибудь. Да. И какой-то фломастер или еще что-то. Не-не. Это музей, сейчас дернешь. Только что перед нами ушел. Свежая совсем. По кругу или как? Сначала внутри, да, потом, да, потом по кругу. Тоже, да, да, рамка тоже. А, снял уже. Да кто знает, тот поймет. Он на борту лежит. Да, тяни его. Это дизел. Дизель. Да канистр достанем. Да туда прямо его и... Топливо 1 евро и 4 цента за литр. Это же безналоговая зона здесь. Нормально. Поэтому здесь дешевле. А в Испании 1,4. 457 литров. 457 литров. Саш, носовой отдавай! Отходим. До свидания, Марина Санта-Крус. Из Марины Санта-Крус до Тенерифе. Ну что, друзья мои, вы уже готовы к яхтингу? Мы уже на яхтинге. Я даже сказал. Ни много ни мало, а трешечка нас ждет. Вот наша нога, которую уже обглодали птицы. Ну что ж, флаг Мартиники, это, собственно, туда, куда мы идем. А справа по борту у нас Тенерифе, остров, который мы сейчас будем обходить. Нам нужно пройти на самый его юг, это вот туда, там, где находится Марина Сан-Мигель. И оттуда мы поворачиваем немножечко правее, начинается ветер, потому что сейчас ветер закрывается островом. Начинает дуть пассат. И на пассате мы уже идем на Капо-Верде. На Капо-Верде сделаем остановку на несколько дней. И дальше двинемся на Мартинику уже непосредственно через Атлантический океан. Хамон дель Пескадо. Откуда дель Хамон? Что за как? Вот она, наша нога. Интересно, доедим ее до конца перехода. А вот вдалеке виднеется Тенерифе, от которого мы уже отошли достаточно далеко. Скоро он пропадет вообще из виду. Что нас не испугать, потому что мы идем на Капо-Верде. Туда.
нам пацанчики припаловали. Сколько их много, мамочки. Селедки. Ну. Ну и пару слов о том, какой у нас завтрак. Вот у нас есть таблеточки. И этими таблеточками иногда получается завтракать, обедать, ужинать. Но через пару дней, я думаю, все пройдет, да, Саша? Не, это не мой завтрак. Мы решили начать предаваться гедонизму. Переход-то длинный, поэтому жрать мы будем красиво со скатертей. Вот у нас они такие, со звездочками. И с якорями. Ну, мы готовы. Ну, сами. О, виноваты. Класс. Сами меня выбрали дежурным, сами за это и расплачиваетесь. Ну так, на чем мы остановились? Я, наверное, забыл вам сказать, что мы идем на Капо-Верде. Но это вот там. Было понятно, как нас колбасит. Погодка вот такая. Это обычная океаническая погода. Она не хорошая, не плохая, просто мы находимся в океане. А в океане вот такие волны при ветре там 15 до 20 узлов. Я думаю, что 20 даже не раздувает, может быть на порывах. Но в принципе погода считается вот для яхтинга просто идеальная. Хотя вы можете посмотреть на вот эти волны. Такие они забористые, скажем так. Ну, наверное, как показать их лучше, сейчас лезу я сюда. Итак. Оп. Вот они. Отсюда, да, естественно, отсюда будет видно значительно лучше. Держите себя в руках, сэр. Чаёк. Чистил зубы. Жизнь налаживается. Ага. У нас сегодня твоя кухонная вахта у Макса. Макс, а? Что ты делать собирался? Чем ты собираешься нас подчивать? Первый день отравиться — это очень опасно. Я сразу предупреждаю. То есть ты не уверен в своих силах? Да. Судя по всему, бананы и молоко, да? Из всего, что я умею делать на водке, это хуже всего. Готовить? Готовить? Да. Да ничего, это стерпится, слюбится. Что будет? Яичница, надеюсь. Ну какая-то-то получится в любом случае. Сломанные яйца. Норм. Ну что, сардинка, как дела? Хорошо все. Расскажешь, покажешь? Не сейчас. Ладно. Тогда после первого неудачного опыта она тебе все расскажет и покажет. Нет, не мы, я как раз все расскажу и покажу. Молодец. Вот. Первый день мы вышли, и я сразу же на камбузе. Ну, это было опрометчивое решение, конечно, но что делать, надо когда-то начинать. Завтрак я приготовил. Это был омлет. Вот, сейчас ужин. Ну вот, это что-то типа еды получилось. Какие-то макароны. Первый ночной ужин. Сделанный мной. Мы посмотрим, что получилось. Очередной день. Уже восход. Заполнен бортовой журнал. Вахта, привет. Салют.
Мы сейчас возвращаемся на наш курс. Вот мы немножко отклонили, сейчас поменяли направление и движемся к нашему курсу. Отклонение у нас на 25 миль. До Капо-Верде осталось 717 миль. Да, ну пока, еще рано, мы вышли позже. Итак, смотрим. Средняя скорость. Средняя скорость пока на данный момент у нас 5,5 миль. За 23 часа 14 минут мы прошли 128,8. Ну и за сегодня у нас 5,9 средняя скорость. Почему-то он считает... А, он, наверное, ее какого-то другого времени считает. Ну, неважно, на больших расстояниях это не имеет значения. Тенерифе уже не видно. Это восход. Капо-Верде еще не видно. Оп, утро доброе. Так, кофе, Сережа. А тебе на выбор есть с молоком, с сахаром и без сахара? Без сахара. Без сахара. Так. Номер два. Держи. Спасибо. Есть. А это мой кофе. Приятного аппетита. Путик, это отлично. А что у нас тут? А тут у нас восход солнца. Такой в тучи. Да. Как известно, в открытом море мусор мы выбрасываем за борт. Вот такое... это было непопулярное слово. Плохие люди. Плохие люди. Так как он должен вернуться, этот мусор, который на самом деле не мусор, к матери природе. Она хочет, чтобы к ней обратно пришло стеклышко, там какая-то железячка. Заметьте, не я это говорю. А опытный. А племянник эколога из Перми. А так как пластик, ну это просто не эстетично, он будет плавать на поверхности, там забиваться. Вот всякие отверстия. Его жрут черепахи. Вот представьте себе черепаху, которая сожрет бутылку. Отверстия охлаждения. Ну и вот пластик — это единственный мусор, который не надо выбрасывать в океан. Поэтому долгими зимними днями можно заняться его нарезкой. Оригами из различной фигурной такой. И упихиванием в бутылку. Судя по всему, времени было много. Есть еще на растерзание. О, вот еще есть. Вот такое веселое занятие. И творческое. И вот это, между прочим, единственный мусор, который у нас накопился за 4 дня. Вы знаете о морской брутальности. Вы знаете, какие вкусные макароны в Атлантике? Еще очень прикольно, если бы ты его брал такой, знаешь, руками и просто такой жрал оттуда, такой за сковородки. Ну, сейчас с ребятами попьем чайку. Доброе утро. Как вчера говорил, установили я. Вот до Капо-Верде нам осталось 683 мили. И вот это средняя наша скорость. Это именно средняя, средний показатель, который он считает. Моментальная бывает там от 5 там, до 7. Но на него обращать сильно внимания не стоит, потому что вот это считает среднее значение за более длинный промежуток времени. Ну вот мой утренний кофе капитанский. О, вот такое начало дня у меня каждый день. И, кстати, батареи у нас хватило на трое суток. Вернее как, вот сейчас пошли уже третьи сутки.
И вот с этого момента мы ничего не делали, мы просто пользовались солнечными панелями. И вот так вот они высадились, но днем мы заряжались от солнца. Но все равно достаточно жесткое сейчас море для того, чтобы говорить о плавности хода. То есть у нас рули постоянно ходят, ну и соответственно мы вынуждены просто достаточно много рулить. Вот, поэтому на трое суток в таком режиме у нас хватает батарей. У нас 5 банок по 145 ампер-часов. У нас тут сейчас мы занимаемся уроками каллиграфии. Вот первый каллиграф. У нас все хода записаны. Плюс 20, пожалуйста. Но это не то, что я хотел показать. Идем дальше. Загораем. Это все приготовил здесь внутри находясь. Тебя не укачивало? Меня? Да. Нет. Это же третий день уже. Так это же было как раз рагу. А вообще да. Ну, серьезно. Вообще нет, здесь же внутри нет. Обычно находиться мракобесие. Не, не укачивал. Нормально? Да, вообще. Отлично. Завтра ты опять дежуришь. Без таблеток. А ты вообще таблетки пил за этот переход? Да, было. Было, да? Да, да. То есть это на третий ход, на третий день тебя прикачало? Прикачало. И сейчас вообще ничего. Почти весь день здесь. О, это к вопросу о том, сколько времени нужно, чтобы прикачаться в реально достаточно жестких условиях в океане. Круто. А что это будет? Чай. Чаек. С зеленью, с укропом. Нет, только не это. Начинаешь готовить ужин? Да. Так у нас моется посуда. Сначала моется она соленой водой, а потом слегка ополаскивается пресной. Сегодня на ужин такое вкусное. Так, Вова, вы еще не ели. Класс. Что это? О, боже. Это у нас рагу с курицей. Самое популярное блюдо. У тех, кого укачивают, это рагу. Осторожно, ручка газа. Ребята, вы видели? Жесть! Клюет, ёпарсы-то! Вот это да! Рыба есть в океане. Жесть! Скажи, каждый день клюет. Просто мы просыпаем. Что это, барракуда что ли? Да нет, нет, охуенно. Нет? Блять, как будто я не промахнулся. Я готов. Вот куда его? Тащу. Еще. Блять, сука, блять. О, шикарно. Бро. Держим, держим. Как там ростик делал? Это хочет? Больше, значительно. Давайте, чтобы он сейчас не, не снимай его. Подожди, стой. Держи, держи. Просто держи. Сейчас, секунду. Просто держи его.
Паш, бегом. Что не будет стоит. Стейки на стейке метров по 2.5. Вот так вот, да. А, там. Да, окей. Не буду бегать. Придется вам подождать. Вот так вот, да? Сегодня у нас по планам мы будем с утра жрать этого тунца, которого мы вчера изловили, и убили, и разделали. И у нас теперь есть куча филе, которая сейчас пойдет как раз и нам на завтрак. Мы решили сделать маленький кусочек сашими каждому с рисом и тартар. Тартар из свежего тунца. Хорошо, идем. Вот у нас сашими из тунца, а вот здесь у нас тартар из тунца. Здесь яичница из тунца. Коробки внизу. Кто-то знает, где гренки? Все из тунца. Будем. Будете, отлично. Сегодня это еще неизвестно. Знаменательный день готовит сам капитан. Причем, заметьте, вахты у меня для готовки нет. Волонтером. Как ветер хороший, да, вроде бы? Ветер? В смысле его отсутствие? Ну, как бы ничего опасного нет. Можно и подготовить. Вчера у нас был день израильской кухни. Сегодня азиатской. Морской. Нет, это не азиатской, это у нас день яхтенной кухни. Чехол такой. Его один человек его затягивает наверх. А другой шкот его надежное крепление. Это же самая надежная вещь. Изолента. Да. А, это это желтая изолента. Самая надежная синяя. Но это все мелочи. У нас сейчас большой и красивый красный парус. Идем под спинакером, потому что направление ветра отличное. Скорость ветра маленькая, соответственно, для этого паруса она во подходит. И поэтому генакер. И под ним у нас скорость. Давай, как ты думаешь, какая? 2? 5,5. 5,5. Проверочка. Ха, не угадал. 5,9, 6,1, 6,2. Наваливаем. А теперь быстро жрите руками, пока горячее. Это та картошка, что ты отдельно с любовью чистил. Как там? Сырая? Да, сейчас поменяем. Это какое-то получилось с этими ставить. Это сухарики, да, будут? А у нас начало нового дня. Вот увидите, как у нас тепло по ночам. Ну что, господа вахтующие, не холодно сегодня было? Если спать, то холодно. Сидя нормально. И скоро будет восход. У нас очередной день сурка. Ночью ветер отключили. Но это отключили его еще вечером. Мы включили мотор. На всякий случай оставили один парус
брод убрали. Вы видите, сейчас мокрая, это точка росы, то есть это не волнами заливает, а именно роса, которая выпала при смене ночи и дня. Ну и давайте посмотрим, что нам осталось и куда мы уже дошли. Доброе утро. Доброе утро. И да. Раз, раз. Так, осталось нам 309 миль. Идем мы точно по курсу. Наша скорость, вот видите, 4,5, 4,6. С такой скоростью, конечно, много не находишь, но тем не менее. Вариантов у нас особых нету. За ночь же ничего не произошло. Нет, тут спокойно. Вот, за ночь ничего не произошло. Это с учетом того, что я здесь дрых в кокпите. В принципе, все нормально слышал, но мало ли, вдруг что-то не унюхал. Ну что, кофе? Утренний кофе пора делать. Все, вот, мы уже положили кофе. Ой. Вот что значит, что не проснулся. Положили сахар. Кофе ждем, еще не начал. Он когда закипает, о, видите, как раз пошел струйка. Сейчас нальется. Как у нас уже началось утро, то нам нужно выключить ходовые огни. Делается это вот так. Все, у нас ходовые огни отключены и вся подсветка на лодке отключена. Так, мы поставили грот. Потому что угол к ветру у нас сейчас 120 градусов. И у нас получается уже идти под двумя парусами. Вот наш парус. Ну и соответственно он спереди джип стоит. Мотаем веревочки, бухтуемся. На самом деле... Ветер немного спал, поэтому мы решили поднять второй парус. Ну и плюс угол, который нам стал удобен для того, чтобы мы смогли идти под двумя. Алан, что ты делаешь? Я-то знаю. Мы делаем традиционный израильский завтрак шакшука с испанскими острыми перчиками. Но он же обычно красный. Где же помидоры? Красные помидоры. Помодоро. А это перчик. Шакшука... Это, берде шакшука, зеленый. Мы же идем на Капо-Верде. Упало. И что здесь? О май гад. Все нормально? Да. Окей. Сегодня текут уже? Ага, достаточно. О! Они роце. И холь. Кушать. Кушать. Этот хил наверх. Ага, есть. Так, вау. Да, любые. Можно глубокие, да. Глубокие. Соусом. Первая шакшука. Это? Короче, это шакшука. Соус томатный. Погоди. Томатный соус с луком, с чесноком, гренки с чесноком и тхина. Да, вон. Вкусняшечки. Получилось. Это шакшука. Ничего в тарелках не осталось. Ты не португальский кораблик, то пыль, которая вот здесь вот, вся вот эта штука. Вот покажи вот эту. Да, сейчас. Интересно, будет что-то видно? Даже на максимальном приближении. Вот если посмотреть вот сюда, вот видно, как оно все припорошено. И вон там красивый седой. Да. Ну и сеточка рыжая тоже такая. Да-да, сейчас. Рыжая сеточка.
Ну и, соответственно, красивые деревочки. Как обычно, немного похолодало. Еще пока не сильно. Не сильно, но вечереет. Я уже одел непром, потому что уже готовлюсь к вечеру и начало холодать. Хотя сейчас 14.35, но мы живем по времени UTC. Сейчас 15.35. То есть мы уже сместились на 1 час от UTC. И за переход на Карибы мы должны сменить 6, по-моему, поясов, да? Около 6 часовых поясов. Поэтому мы живем по UTC, иначе можно запутаться, кто сколько времени на вахтах дежурил, кто сколько времени на вахтах не дежурил. Ну, а сейчас традиционно, раз уж я взял камеру в руки, раз уж это все так произошло, то можно идти на нос и посмотреть, что у нас здесь за погода происходит. Итак, вот вы видите немного мокрый борт. Это значит, что у нас заливает немного водой. Ну и вот так вот нас болтает. Такая колбасятина. Гордо реет под 90 градусов флаг. Но при такой качке можно уже говорить о том, и при таком положении ветра можно уже ставить грот. Но мы пока еще чуть-чуть пройдем так. А ближе к ночи, наверное, поставим второй парус и уже пойдем немножечко более стабильно. Вот, кстати, вы видите, опять в очередной раз плюнула вода за борт. Мы идем только под одним передним парусом, но, как я уже говорил, сейчас можно совершенно спокойно идти под двумя, но я это не делаю осознанно. Это связано с тем, что ветер сейчас порядка 20 узлов, 25 на порывах. То есть для того, чтобы поставить полный парус, нам нужно развернуться. В импельный ветер у нас будет больше 30. А ставить рифованные паруса я не хочу. А ставить полные паруса будет, ну, честно говоря, немножечко до хрена. И это все-таки комфортный яхтинг. Мы еще немножко так пройдем. И как ветер по прогнозу должен упасть на 15 и 20 на гастах, мы тогда поставим оба паруса и развернемся в более спокойном и комфортном режиме. Ну, это у меня такой план. Наша задача какая? Дойти. Поэтому, если мы дойдем со скоростью на полузла меньше каких-то 200-300 миль, ничего страшного не произойдет. Поэтому я выбираю комфортный яхтинг в данном конкретном случае. Это Саша у нас переставляет шакель, чтобы за него шкот не цеплялся. Конечно, он дрочит плоскогубцами, я не исключаю этого варианта. Давайте посмотрим, что же здесь. Прямо стало неинтересно. Нужна ВДшка. Он пытается открутить шакель. Вот эта вот маленькая точка, вот эта, это португальский кораблик. Такая страшная медуза. Короче, это медуза, которая жалит, у нее такие сзади щупальца идут. И она смертельно ядовитая. А вот эта вот верхняя часть такая, это пузырь, который находится над волнами и ее гонит ветром. То есть очень страшная фигня, очень никто их не любит, потому что тварь очень гадкая. Извините, солнце очень яркое, капец. Только встало, но сейчас очень тепло, очень тепло. Но по ночам еще приходится одеваться. А еще я сейчас вам покажу такую интересную штуку в океане, когда встречается волна, течение и ветер. У нас ветер, если вы помните, был все время к нам в нос, а сейчас с утра уже этот прошла, ну, не знаю, что это, наверное, связанная с бурей, которая идет с Сахары, и сейчас ветер поменялся на тот, который идет вместе с нами. И вот посмотрите, что получается на океане. Оно на нас не влияет, но тем не менее, вот вы видите такую мелкую зыбь.
То есть она такая, как бы идет волна в одну сторону, и такая вот она там плещется. Так вот эта вот плещется, это как раз и есть встреча одного ветра и другого. То есть тот ветер, который разогнал волну сюда, и этот, который разгоняет воду туда. Получается такая вот небольшая каша, то есть ветра немного, а вода бурлит и кипит. И вот посмотрите, на столе уже лежит скатерть. Сиротки да, сидят. Все сидят, голодные, злые. Ждут, когда рис готовится. Почему? Голодные, потому что почему? Почему злые? Есть хотят. Конечно. А что у нас будет из еды? У нас будет рис. Может, с изюмом. Машу. Бэкстейдж. И сладкое мясо. Мясо? Итак, что у нас здесь? Здесь рис. Открывать пока не будем. Сладкое мясо. Кстати, а почему мясо сладкое? И, кстати, а где Максим? А, потому что мы добавили два апельсинов, китайский соус и изюма. Говорят, что человечина сладкая. Где Максим? Я взял мясо с холодильника. Ну, все, в принципе, сходится. Что скажешь, там нормально все? Неизвестно. Вообще сырой. Сырой? Надо еще воды давать. Да, надо еще. И варить. Реально сырой. Ну, все, видишь как. Лазили. Решение. Говорить народу снимать скатерть? Не, надо еще. И еще варим. Конкретно. Ну это оно, значит, при качке так. Ну, значит, наливай еще так, чтобы чуть покрыло. Да и, ладно, она же да, не переварится. Не переварится. Как-то же будет. Как-то будет. Нормально будет. Главное, что есть мясо, его можно уже есть. Да, что-то оно больше. У меня тогда это был, ну, издательство. Юзер. Я летел еще на выставку. Да. Вот это вкусное мяско с рисом. У-ху! Приятного аппетита. Спасибо. Вкусняшка. Я думаю, до. Вкус какой там 100? Ну, знаешь, вот у нас, по которому мы сейчас идем, 195. Ну все, такой пишем. 17, да. Незаконные пассажиры. Я думаю, что это не гость, потому что вряд ли он сюда приехал, пока мы этого не видели. Итак. О, сверчок. И, кстати, да, большой. И, кстати, в Таиланде их вполне прилично едят. Но мы не в Таиланде, и его слишком мало. Так вот, вот этот вот сверчок пускай живет на лодке, потому что они иногда свиренькают, и мне это очень нравится, поэтому пускай сидит. Уже нету. Сейчас такая лунная дорожка. Что у нас тут на вахте произошло за ночь? Ничего. Смотрю, рыбу вы уже начали ловить. Это да. Единственное, так пока еще не поймали, поэтому ничего не произошло. Это единственное, что начали делать. А вот встает солнце. Между прочим, 6:58. Как раз время рассвета. Опять начало поддувать. Вот это то, что я вам показывал. Скорость, которая у нас была там 4,5. Эта скорость исключительно была на восходе, потому что когда солнце встает, ветер чуть притухает. А когда солнце встает, уже начинает светить, фасад начинает опять раздувать. Оля. Дня. Вот мы уже прошли 5 дней. И сейчас начинаем идти 6. Что нам осталось? Нам осталось 178 миль. Идем со скоростью 6 узлов, но это сейчас так, потому что на ночь мы мотор включили и шли только под мотором, потому что ветра не было вообще. А сейчас начинает раздувать, есть шанс, что мы сможем идти просто на полных парусах. Погода у нас серо-уныло-говенная, непонятно почему. Но есть шанс, что начнет распогаживаться, потому что на небе уже кроме вот этой вот серости, которая вот там вот восход, уже начинают появляться
кое-какие пробелы. А еще сегодня ночью к нам залетел кальмар. Вот он. Маленькие кальмары могут летать там по 20-30 метров, то есть очень далеко. Они выплевывают эту струю воды и на струе летают реально очень далеко. Запрыгивают прямо в парусах, иногда можно найти следы. Ну а пока время утреннего кофе. Сегодня у нас кашка будет. Как она называется, эта заводка? Перловая? Перловая. Не, не перловая. Геркулеса. Наполним ее, вот уже порезаны эти самые. Груши. Так. Еще у нас здесь есть грецкие орехи. И изюм. Найдем, как будем искать. Найдем сюда. Еще немножко занимательной географии в рамках нашего путешествия. Смотрите, сейчас ветер дует с Африки. И вот если посмотреть на веревки, то видели? Они рыжие. Если не видели, еще разок. То есть сейчас ветер дует нам в половину, галфвинд, и дует он вот оттуда. А там находится африканское побережье, поэтому вот это то, что несет, и эта рыжая пыль, это как раз африканская Сахара. Вечернее чаепитие. Попрошу заметить, без алкашки. Чай. Чай. Все чай. С лимоном. А похоже, как будто там кока-кола с ромом. Там лимон. Уже не лезет просто. Шоколадкой. Я больше не могу. Нюхаете. Смотри, 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 смотри. О, остросюжетно. Ну. От всего-то хотел показать закат. Покажи луну. Сейчас мы до луны дойдем. А вот, кстати, луна. Сейчас. Сейчас, вот она. Вот, Moonrise. Ну что, настало время утреннего кофе. Вот с такой штуки мы делаем кофе, смотрим. Все, полный. Вот я день без кофе не начинаю.
Если у людей привычка курить, а у меня привычка пить кофе по утрам. Итак, вчера, когда мы заряжали батареи, мы зарядили до 80%. Вот у нас была достаточно жесткая ночь в плане качки, поэтому автопилоту приходилось рулить достаточно сильно. Давайте посмотрим, сколько сейчас осталось у нас батареи. 56%. Это то, сколько мы вылили за ночь. Итого, ну нормально. 20 чуть-чуть с копеечками. Вот. Вот это вот расход лодки, при том, что у нас установлено 5 батарей по 145 ампер-часов. Как обычно, дни я не считаю, поэтому, ну, наверное, 6-й или 7-й день, не знаю. Согласно прогноза, ветер, естественно, у нас сегодня отсутствует, но должен начаться небольшой. Нам осталось 72 мили до Капо-Верде. Вот смотрите, какого цвета у нас наши красивые новые желтые сетки. Это ветер идет с пустыни Сахары. То есть мы сейчас вот там Сахара, вот тут уже Мавритания. То есть мы переходим из Сахары в Мавританию, если мы идем и говорим о побережье Африки. Дальше Капо-Верде, то есть это вот те острова, которые находятся возле Мавритании. То есть тут, наверное, песка тоже завались. Давайте посмотрим, что у нас и как. Видите, какая точка росы сейчас? Все мокрое. Вахта, привет. Так, 72 мили нам осталось. Сюда мы идем, то есть осталось нам чуть-чуть, если мы посмотрим на общий маршрут. Вот мы отсюда шли, вот этот Тенерифе, то есть мы уже почти все прошли. Вот здесь мы даже уже проходим Мавританию, видите, вот дальше идет Сенегал. Короче, по планам мы сегодня должны быть, но, наверное, уже ближе к темноте. Только что связывались с Мариной. Вот такое вот у нас есть устройство. Единственное, чем сложность, это то, что нужно постоянно вот искать, когда будет больше контакт. И вот когда больше контакт, стараться держать телефон в том положении, когда у него максимальный прием. Иначе очень плохо слышно. Но мы только что пообщались с Мариной. И они нам сказали, что если мы придем до 7 вечера, то мы можем заходить, они нас ассист, как это, помогут в заходе в Марину. Если мы придем позже, что скорее всего, то мы можем заходить и искать свободное место в Марине. И завтра уже утром там все дела делать. А сегодня можем просто швартоваться, и у них есть свет на всех понтонах. А там уже будем думать, что делать. Короче, нас ждут, и мы о себе им рассказали, и едем в гости. Нам осталось там 20 с копеечками миль, то есть сейчас у нас 3 часа. Я думаю, часов в 9 мы будем, наверное. Ну что, мы подходим к Капо-Верде, островам Зеленого мыса. Блядь, смотри, как у меня. Полегче, полегче. Кушать подато. Да. Нормально такая пошла. Качка. Качка. Будь здоров. Будь здоров. Буйный. Мы уже начали отмечать приближение к острову. Вот. Вы видите вот эту вот серую пелену. Вот там есть остров. До него уже 5 миль. Но из-за вот этого вот африканского тумана, который состоит из пыли, вообще ни острова, ничего не видно. И вот где-то вот там вот оно. Но где оно, вообще непонятно. Надеюсь, что мы его таки увидим, никакого апокалипсиса не произошло, и острова не затонули. Но будем надеяться, что это вот там где-то все-таки есть.
слышали. Да, это остров. У нас сегодня Рождество. Не, обойти этот мыс и повернуть налево. Китайца. Сейчас в скопище этих огней мы должны разобраться, где находится марина, где нам швартоваться. На якоринге справа. Ты мне дистанцию в метрах до пирса. Надо чуть-чуть повернуть. Да. Сейчас мы должны вписаться между двумя вот этими яхтами. Здесь очень конченная система постановки на муринге. Смотрите, здесь вон буи. Я так понимаю, что нужно заехать, встать на буй и растянуться до задних понтонов. Ну да, по-скандинавски. Это не по-скандинавски. Проблема в том, что за буй зацепиться, когда ты заходишь жопой в марину, обычно приезжают маринеры на тузике, потому что самому это сделать достаточно большая проблема. Особенно среди ночи, когда ты вообще не понимаешь, где эти муринги, где эти буи, мотаешь их там на винты и прочая гадость. Поэтому мы сегодня ночуем вот здесь вот, лонгсайдом, и уже завтра переставим на то место, которое нам выдадут в марине. Нормальная идея. Линия города. Вон, местные. Катаются. Это бухи едут на яхте. Притык между яхтами. Это корма. Это нос. Заполняем бортовой журнал по приходу. Ну что, проверим, сколько мы нашли? Сколько мы прошли? Самое интересное. Переход за 7 дней. Мы прошли 866 миль со средней скоростью 5,5. Сейчас, секунду, я фокус. Свежей веточки точно нет. Это базилик? Что скажешь, капитан? Съедобная ветка? Это конкретно непонятно. Похоже, сэр, вы горите. От вас только дыма. Мы прибыли на Капо-Верде. Вчера ночью у нас есть немножечко видео, наш товарищ снимал, как мы заходили. Ну и, собственно, сегодня небольшой обзор того, что здесь происходит на Капо-Верде. И, естественно, в следующем ролике мы сделаем обзор Марины де Капо-Верде, или забыл, как она называется. Ну, в следующем ролике об этом я вам расскажу.